Коми наука шырен боштес федеральный грант эмбур вульмадем вилэ да пырыс ручияса наука эскотри асландас медбур грант яспия. Таво шырен лэ вуаз шок вайтымын кык миллион шунжик шайт. Конкурсы шигертысны ручияса веладан министерствон. Программа сышыда и наука котырияс и туялан эмбур даштышясыз. За счет грантовых средств Коми научный центр планирует закупить для Института химии комплексную систему анализа органических соединений растительного происхождения. Результатом будет очистка, разделение и характеристика биополимеров растительного происхождения. Для физико-математического института благодаря гранту приобретут оборудование для получения высокого вакуума в спектральных приборах. Это позволит производить спектральные исследования в условиях высокого вакуума без присутствия углеродных загрязнений. То есть, по сути, мы получаем чистые данные. Войвылын социально-экономической да энергетической институт Озермастория Лытпаса Эмбура. Акоми наука шыринлен КЫВ, литература да история институт, небас программа аппаратный комплекс. Мы отсалас даштыны электронный КЫВОР. Уна прибор ВАС и биология, геология да агробиология институт ясы.